Здравствуйте, дорогие телезрители! Совсем недавно прошли отчетные концерты детских творческих коллективов. То прекрасное время, когда юные танцоры, актеры и вокалисты показывают то, чему научились за целый год. Педагогам дарят цветы, родители еле сдерживают слезы счастья, а наша съемочная группа продолжает снимать все самое лучшее и интересное. Сегодня мы побываем на большом отчетном концерте театра песни «Фасоль». Театр песни – это гораздо больше, чем просто вокальная студия. Это костюмы, танцы, единство стиля, целостность номеров. Это актерское мастерство на сцене. Да и сама сцена словно подыгрывает исполнителям, помогает в реализации творческих планов. Всем выступлениям сопутствует яркий видеоряд, современное оформление. Чувствуется, что этот концерт не просто отчет о годовой работе детей и педагогов. Это полноценное многогранное произведение, созданное с любовью, где продумано все до мелочей, от репертуара, исполнения до света и очередности номеров. И, конечно, красота живого исполнения, которая поражает. Видна профессиональная режиссерская рука, тонкий вкус. Ведь детям очень важно показать высокие образцы в области культуры, на которые они могли бы равняться, принимать за эталон. Работой коллектива от кастинга новых участников, ежедневных занятий и репетиций с детьми до подбора репертуара занимается Вера Анатольевна Николенко. Под ее чутким и четким руководством коллектив стал носить звание образцового. А воспитанники достойно представлять наш край на всероссийских и международных конкурсах, занимать первые места, брать гран-при не только в России, но и за рубежом. Дети, которые оставляют след в сердце, я бы так сказала. Очень много было с ними связано шикарных поездок. Мы посмотрели Париж, мы посмотрели Италию, мы были в Болгарии, мы летали в Турцию. Дети, которые принесли славу студии не на словах, а на деле. Это гран-при, это первые места. Вот представляете, приехали мы в Париж, и у нас конкурс был во время выборов президента Саркози. Это было давненько. У нас забрали микрофоны. Вот у нас конкурс, а микрофонов нет, я правду говорю? И подходит ко мне режиссер и говорит: а что делать? Вы привезли группу 8 человек, а у нас один микрофон шнуровой, и тот сломался. Я говорю: ну что делать? Мы ехали из Барнаула, вам в Париж там петь надо. А он говорит: а вы споете без микрофона? Я говорю: ну конечно спою. Мы пошли репетировать, да? Воспоминания. Мы пошли репетировать на улицу. Мы пели, 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 вышли и спели, и взяли гран-при. Ну как не любить таких детей? Конечно, высший пилотаж студии – это постановка мюзиклов на сцене. Создать мюзикл, да еще и с одними только детьми – это колоссальная работа. Практически никто в крае не решается на такой смелый творческий шаг. Трудностей много. Если на концерте номера сменяются один за другим, то в мюзикле дети постоянно находятся в движении. Они играют не только главные, но и второстепенные роли.
Они должны знать партии друг друга, время до секунды. Артистам необходимо несколько раз переодеться, поменять микрофон, знать, откуда выйти, войти, куда двинуться. А еще танцы, взаимодействие с коллегами по сцене, импровизация. Для режиссера мюзикл – это как муравейник, которым нужно руководить. Беру микрофон. В этом году на сцене концертного зала «Сибирь» состоялась премьера мюзикла «Цветные сны Эколь». Он о девочке, которая мечтает найти друзей. Но вот беда, в компанию ее не берут. Да и ребята там оказываются недружными. Один ябеда, другая модница. Кто-то считает себя слишком умным, кто-то взрослым, а кто и слегка высокомерен. В этих персонажах многие могут узнать себя, да и действия происходят в привычных детям декорациях – школе и во дворе, на улице. Конечно, в этой пьесе все помирятся и подружатся, ведь это дети. Сегодня они одни, а на завтра совсем другие. Нужно всегда помнить о том, что измениться никогда не поздно. Тогда и жизнь станет ярче, и сны снова заиграют красками, станут цветными, как у Николь. Я взяла эту тему, потому что я хочу, чтобы дети дружили, чтобы у них было больше, наверное, к себе отношения доброго, хорошего, чтобы они понимали, что такое настоящая дружба. Что есть всякие, но, тем не менее, они все хорошие. Просто надо где-то кого-то исправить, подправить, помочь. Много хорошего, очень много эмоций положительных. Мне очень понравилось. Мы поздравляем театр песни с удачной премьерой и желаем сил на воплощение всего задуманного. Спасибо вам за красоту живого исполнения.